Наверное, мало кто знает, почему лоси начинают чесать свои рога в августе, в июле. Сейчас я нашел, короче, задранного лося. Его задрал медведь. И я срубил его на рога. И вот смотрите, ребята, почему. Вот изначально у лося, он осенью сбросил рога. Потом у него вырастают вот такие вот ворсистые рожоночки. Смотрите, его кусают мухи. А вода, овод, почему он прячется в воду. Вот такие вот дырочки образуются у него на рогах. Вот это вот уже счесано все получается у лося. Потом у него образуются вот такие вот сильно большие дырки. Вот здесь вот сидят опарыши. Они ему выгрызают рога. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот видите, вот это вот живой опарыш. Вот. Смотрите. Вот он торчит. Сейчас паузу поставлю. Вот, продолжаю показывать, смотрите. Давай, сука. Видите? Вот он. И такие вот червяки его ебут. Лосиные рога. Вот видите? Вот второй рог. Это трехгодовалый лосик был. Короче, батарея была у меня севшая. Я щуку ловил на речке. И получилось так, что я не смог заснять тушу лося, которого задрал медведь. Вот видите, он уже, видать, где-то их ломать пытался. Рога. Вот. Такие дела. Страшное дело, блядь. Не дай бог попасть под медведя. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал Fisherman Hunter.